Если можно на снегу рядом оценить, что правильно делают, то, может быть, неправильно не делают. Пошла последняя минута матча. Огромное спасибо бессменному партнеру
Вячеславу Денисову, квалификации нашей пятерки Сергею Макарову. Все, пошел. Ну вот уже благодарные зрители начинают портики ломать, но я думаю, что все закончилось в этом эпизоде благополучно. И коллективное фото на память. Дорогие друзья, через несколько минут состоится подведение итогов. Сегодня, к сожалению, выставка закрывается, но все мы плодотворно подружились за эти дни, и нам есть что сказать во время нашей церемонии закрытия выставки «Спорт-6». Вы не можете.